На афишах молодежного центра «Горизонт» студенческая весна 2015. А на сцене детки танцевального коллектива «Modern Art». Они приглашенные гости. Открывать студенческий фестиваль решили веселым танцевальным попурри. Уже второй год подряд порядок номеров строго расписан. Сначала пение, здесь и сольные исполнители, и дуэты, и группы. Затем танцы и художественное чтение. А перед каждым блоком – креативное представление участников. Тематика фестиваля «Мы родом из детства». Будущий строитель дорог Алексей и его партнерша Диана выбрали композицию из мультфильма «Мук-скороход». Наш коллектив Дальневосточного технического колледжа хочет сказать обществу. То есть идите дорогой добра. В любом случае нужно идти дорогой добра. Танцевальный коллектив «Джем», что из ДВФУ, опытный участник студенческой весны. Однако прежде чем отправиться на городской фестиваль, номер опробовали на сцене «Альма-Матер». А вот «Азарт» из ГУЭСа, коллектив молодой, в танцевальной номинации выступает впервые. Рок-н-ролл, веселый, задорный танец. Нам нравится настроение поднимать, ну, как бы это танец поднимает все настроения. Такой озорной танец, быстрый, легкий, озорной. Легкость детского пения и зажигательных танцев сменила номинация «Художественное слово». К выбору стихотворных постановок студенты отнеслись серьезно. В преддверии 70-летия Великой Победы стихи читали о войне. А война гуляла по земле, над Мадридом ухали снаряды, Барселона рушилась во мгле. Сегодня порадовал ПГСХ. Прям массово, очень красиво, интересно на самом деле. Вот, очень красиво, вот прям, что называется, зацепило это выступление все-таки театралов. Особенно монолог на безымянной высоте был очень... такой эмоциональный. Запомнились жюри и вокалисты из ДВФУ. Нина Шевчук и Дмитрий Горевой исполнили песню «Я вижу свет» из мультфильма «Рапунцель» и получили гран-при фестиваля. Теперь они отправятся на всероссийскую студенческую весну во Владивосток. Виктория Сарад, Александр Анисимов, Телемикс.